Добрый день. Мы играем в КС. Отлично. Мы проиграем со счетом 0-4. Это никак не радует. Но у нас есть слеповая граната, которая может нас обрадовать чутка. Отлично, уже радует. Так, главное слушать. Держать ухо востро. Кто идет? Стоп, подожди. Отлично, бомбу отхватили. Надо идти к ней. К этой бомбе. И охранять. А где? Ага, вот она тут где-то, да, вот. Хорошо, будем ждать. Будем ждать гостей. Ага, остался один. Ну давайте ждем. Не хочу высовываться. Буду сторожить. Так. Блин, капец, зажал. А у него ВП был, я не ошибся, да. Так, что возьмем? 3-4 вот так вот и погнали. 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 Сейчас. Делаем вот. Так. Гад ушел, а? Успел уйти, засранец. Но надо было за ним бежать, да, что-то я. Ну там поджидали бы меня. Да. Я за ним побежал. Кто там такой смелый? Обалдевший. Так, тут-то тоже смотрите, ребят. С этой стороны сарки могут зайти, да? Кому же план пролетел? Ой-ой-ой. Вот гады, офигеть, зарашили. Ну да, мы же проигрываем 1-4. Что тут нам было делать-то? Что нам точнее оставалось делать? Остался один наш выживший. Тащи, парень. Ладно. Кому я это говорю вообще? Так, хорошо, берем. Давайте возьмем что-нибудь такое. О, давайте скар возьмем. Хотя, выстрел не нужно, лучше бы АВП взяли. Нам даже выстрелить, наверное, не дадут. Второй раз. Первый-то, может, дадут, а вот... Загородил мне весь этот обзор, гад. Да, опасно, говорю, если снайпер АВПшник выйдет здесь. Ты считай, трындец. Подожди. Ну, неплохо, да? Ладно. Что-то урон, правда, не прошел сначала. Ну чё, посём, где у нас? Бомбу вроде где-то посели, да, они? На Б, скорее всего, сейчас будут ставить. Нужно вот так вот идти с прицелом. Чтобы чутка увереннее себя чувствовать. И заодно автоматически, считайте, shift включается. По-нашему попал, да? Не раз, что не попал, но я даю. Хоть прострелом. Ну, ребят, чё вы там сливаетесь? Свинка Пеппа, блин. Чё это такое? У вас конец. Ну, хоть еще один разок затащили, это уже радует, да? Опять возьмем. А, возьмем вот что. Вот эту греночку, чтобы они испугались слегка. И кинем ее. Мне, конечно, не сюда надо было ее кидать. Но хотя бы.
Так, и очень не круто быть, если сейчас вапер выйдет. Тоже со скорострелки кто-то, да? Вот это что было? Что же они-то за скорострелку хватают? У нас-то ладно, выбора нет. А им-то что, блин? Держим, держим, ребят, что вы тут? Лучше перезарядиться на всякий. Кто-то спрыгнул, да, или мне показалось? О, отлично, бомба на Б, валим туда, парень. Так. На Б, да? Ага, ага. На Б. Причем наверху, да? Это значит, что... А, ну все, мы заняли верх, отлично. Хорошо, наш... Осталась одна свинка Пеппа и... И все. Раунд наш. Отлично. Да. Итак, берем снова то же самое. Еще можно даже... Ну ладно. Опять надо их припугнуть. Хотя не, оставим. Оставим пока что. Надеюсь, никто... Сейчас уже опасно стоять. Они уже знают, что я тут стою. Что я тут нахожусь, на этом месте. Сейчас очень опасно... Очень опасно их поджидать. Во-первых, сейчас объясню, что... Во-первых, почему-то мы плохо держим. Вон, нет, там никого. Блин, напугал. Так, ну что? Подождем здесь, да? Так, там авапер стоит. Настоящий, не ложная граната. Не ложная граната. Что он сделал? Он кинул слеповую. Так, сзади, сзади. Сзади я постою. Попасу. Угу. Отлично, бомба проходит там где-то. Не очень понимаю, где, правда, сейчас пока что. Где-то она... А, внизу, да, была, наверное, вот здесь где-то. Скорее всего. Я не понял, ладно. Так, отлично, берем. Еще раз, вот сейчас уже очень-очень-очень опасно будет стоять за этими коробками, потому что они уже вычислили давно меня, и, по сути, сейчас надо бы, как бы, позицию-то сменить. Но не хотелось бы, знаете почему? Потому что вроде все хорошо так шло, и мне хочется позицию сменять. Не помню, это кто-то. Я сдернулся. И меня аж дернуло, передернуло. Честно, ребят. Парень, блин, в угол зажался. Кто там? Там кто-то есть, да? Блях, муха! Там кто-то... А чё я, почему я не прицелился-то, я не понял. А, я на не мог, я этот скар доставал, блин. Вот чё это такое? Чё, он его не мог убить, что ли? А. Скар, скар 20, скар 20. Что это было? Decoy. Negative. Flashbang. Сейчас как-то надо дать. Да тут что ли постоим? Выходить в окно не хочу, боюсь. Так, на Б двое, на Б трое, это радует. Пока что радует. Так, это что такое тут? Так, как это идет, да? Как эта штука называется? Вот это. Окошко я забыл. Кто-то типа джангла. Блин, у меня не было выбора. Хотя нет, был выбор, можно было развернуться. Надо было развернуться. И добить его. Начать стрелять. Ладно.
У нас есть еще в запасе пару раундов. Мы возьмем опять тот же арсенал. Практически тот же. И будем стоять где-нибудь. Давайте тут стоим. Я даже не знаю, куда нам... Сейчас нас сзади могут обойти через этот коннектор. Соединитель, другими словами. Вот эту вот арку. Отлично, кто-то идет. Ну, точнее, это не очень, конечно, отлично, но... Ай, блин, прострелили все. Все, вынесли его. Кто тут зашел, что ли, кто-то? Я боюсь, зайти может кто-то. Кто-то... Мразь, ушел. Тихо, бомба. Кто идет? Кто идет? Кто там в теремочке живет? Кто-то тут есть, да? Я это чувствую. Я чувствую. Блин! Это вообще тупо было. Ни разу не попал. А, не попал один раз. Даже, может, два. Что происходит? Кто в кого долбит? Добейте! Ёлки! Как так? Он в него ни разу не попал. Че это за гуд? Хорошо, на первом месте. Ну, ё-моё. Как же так-то он в него не попал? Сейчас будем наблюдать. Пацаны, берите все скар. Я имею в виду в нашей команде. И все будет отлично. Ну, не все, но многие. Берите скар. Ёптить. Ё-моё. Ой, дурак. Ой, блин. Так просрать. Ладно, бывает. Бывает, скажем. Так, ну чё взять? На скар не хватит. Берем зажим. Фурашим. Чё нам остается? Чё это... Парень сделал, я не понимаю. Но он не увидел, да, я понял. Ну ладно. Да ладно, всего лишь игра, да? Парню в два раза в башку засадил. Вообще ему пофиг. Ну, значит, маленький калибр. Так, наверху кто-то, да? Настройки игры. Ага. На бега. Вышел из арки. Меня уже вычислили, наверное. Опа, это кто там ходит? Да ладно, что, ни разу не попал по нему. Не, ну конечно, в прыжке сложно попасть. Это если бы у меня СГ был. Или что там, какого? Муха тоже. Ёб твою, это еще что-то. До свидания. Валим, валим, валим. Laying down smoke. Я по нему попал 51 раз. В смысле, 51 дамаг. Вы минусанули, да? Да, его минусанули. Отлично. А бомба лежит на том же месте. Просто мне показалось, что на дикий замес только что был. Правда, мне так показалось. Не дышу.
Ну. Опа, не заметил. Да, по-моему, даже я заметил. Итак, в общем, мы слили игру. Да, батьку слили, который сейчас на первом месте, да. Спецов первым делом случайно под пулю попал, под шальную, да. Вот, и мы, собственно говоря, вышли в проигрыш. Хорошо. Ну вот, собственно, и вся игра. Всем пока.